В рамках реализации антикоррупционной стратегии в области ведется формирование составов районных рабочих групп специальной мониторинговой группы. Первое назначение прошло в Бурлинском районе. Во время него был дан ряд рекомендаций в адрес полицейских и врачей. Все подробности в следующем сюжете. Одна из задач, стоящих перед местными исполнительными органами, это безопасность граждан. В Аксае уже построен ЦОУ – Центр оперативного управления. Для его полноценной работы недостаточно видеокамер, а также требуется увеличение штата, не хватает 6 сотрудников. За счет средств местного бюджета сделан ремонт здания отдела полиции и установлено 5 мобильных пунктов на территории Аксая. В планах руководства района создание в городе системы Smart Aksai, которая бы объединяла камеры наружного наблюдения, датчики уличных фонарей, экологические датчики и так далее. Для более тесного взаимодействия с населением отделом полиции созданы аккаунты в социальных сетях, где проводится информирование и трансляция брифингов. В этом году только по заявлениям граждан проведено всего 13 служебных проверок. Из них ни один факт не подтвердился. Нарушение закона не усматривается. То есть всего 13 обращений было? Да. А в прошлом году было 27. Это почти на 50% сократилось жалобы со стороны граждан в отношении полицейских Бурлинского района. Прошли, осмотрели работу. Но это очень похвально и хорошо, что сейчас систему видеонаблюдения делают полностью. Охват – это ЦОУ, Центр оперативного управления, который позволит, соответственно, сократить преступность, преступления. И, соответственно, это облегчит работу. И все это в пользу только во благо граждан наших, жителей города Аксая. В данное время, в связи с карантином, районная больница ведет прием пациентов только по записи. Санитарные требования остаются прежними. Работает 2 фильтра, один из которых для граждан с повышенной температурой. Работает телефон службы поддержки пациентов 52652, код района 711-33. Анализ государственных закупок по медицинским учреждениям, по подразделениям полиции. Есть ряд замечаний, то есть рекомендации, которые СМГ дали руководителям медицинских учреждений, чтобы более относились тщательно к процессу государственных закупок, как можно меньше, чтобы было закупок с одного источника, то есть должна быть конкурентная среда по ценовым предложениям через аукцион. Замечания членов специальной мониторинговой группы касались ведения документации и проведения процедуры госзакупа. Даны соответствующие рекомендации и направлены конкретные предложения по повышению качества работы. Мария Пирог, Ательби Хамидулла, телеканал Акжайк.